Всем привет! С вами канал Все про Android, и сегодня хочу рассказать о, как бы не сказал бы, что это новинка, но дело в том, что многих еще интересует Flash, а как вы знаете, что и Google, и многие другие браузеры отказались от Flash, или там установить Flash проигрыватель необходимо путем множества манипуляций. Кстати, у меня есть видео, если будет желание, можно будет найти, как установить Flash проигрыватель на KitKat и на Jelly Bean, но сейчас не об этом. Я просто расскажу о браузере Mozilla Flash. Браузер называется FlashFox. Браузер от производителя Mozilla Firefox. И в чем прелесть данного браузера? В том, что он уже содержит установленный Flash Player и драйвера для Flash, которые будут работать на андроиде от KitKat. Ну, насколько я знаю, и заявлена поддержка данного браузера с рабочим флешем на Android Lollipop, то есть на Android 5.0. Сейчас я продемонстрирую, как все это дело работает, чтобы можно было убедиться. Потом мы скопируем этот адрес и попробуем этот адрес открыть. Сейчас я уберу звук, чтобы не возникло вопросов с YouTube. Вот так вот сейчас растяну. Видите, что видео воспроизводится. Сейчас попробуем перевернуть смартфончик, чтобы было поинтереснее смотреть. То есть видите, что видео идет, оно воспроизводится и воспроизводится из онлайн кинотеатра. Я не буду сейчас рекламировать данный онлайн кинотеатр, просто вот kinoliv.org. Ну, мне придется все-таки копировать данный адрес, чтобы вы убедились, что в другом браузере он просто не пойдет. Сейчас мы выйдем из данного браузера. Я сейчас остановлю данное приложение и попробуем воспроизвести данную страничку в обычном Firefox, чтобы можно было убедиться, что другой браузер это не поддерживает. Допустим, вставить и перейти. Сейчас мы переходим по ссылочке. Вот видите, все тот же фильм «Теория заговора», и флеш не работает, то есть нету флеша. Вот, в принципе-то и все, прямое доказательство о том, что FlashFox проигрывает Flash Player. На форуме FOPU, да, написано, что многие даже играли во флеш игры, то есть он работает как обычный флеш в вашем браузере. Многие, конечно, уже, как я уже говорил, от флеша отказались, но вот если кого-то все-таки заинтересует, кто-то играет там в какие-то в Одноклассниках флеш игры, кто-то ВКонтакте что-то там делает, ну, многим флеш еще все-таки нужен, хотя он и глючный, и все его хаят, но многие его еще используют. Так вот, установив такой FlashFox от Firefox, вы получите возможность на своем Android устройстве до версии 5.0 проигрывать в браузерах Flash. Ссылочка на скачку данной программы будет в описании видео. Такое вот коротенькое видео. Все-таки я думаю, что новость существенна и многим она пригодится. На этом буду заканчивать. Подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии. До новых встреч!